Вы должник по пенсионным и страховым выплатам. Письма с такими требованиями сейчас получают десятки тысяч предпринимателей. Причем многие из них официально закончили свою предпринимательскую деятельность не один год назад. Ничего не понимающие возмущенные люди обращаются в налоговую инспекцию. Там их отправляют в пенсионный фонд. Здесь тоже в большинстве своем они не получают исчерпывающих ответов. В чем дело? В связи с тем, что с 1 января 2017 года полномочия по администрированию страховых взносов из пенсионного фонда переданы в Федеральную налоговую службу, в январе 2017 года были сформированы автоматически требования по всем должникам перед пенсионным фондом среди индивидуальных предпринимателей на уровне субъекта, на уровне Вологодской области и переданы в Федеральную налоговую службу для выставления вот таких требований. Данная вся ситуация возникла в связи с передачей полномочий, то есть пенсионный фонд отработал все долги. Если раньше мы эти долги отрабатывали постепенно в течение нескольких лет, то есть да, у нас не было каких-то четких, есть определенные сроки, в рамках этих сроков мы и отрабатывали. Сейчас мы это выставили вот эти требования массово и разово за все периоды предыдущей деятельности, как индивидуальный предприниматель. Закрыла ИП в 2015 году, и вот пришли опять какие-то бумаги, что я должна. В налоговой вы уже были там? В налоговой сюда отправили. Ничего не сказали. Ну вот из этой бумаги вам понятно, что? Ничего мне не понятно. Понятно суммы, которых у меня в принципе не должно быть, потому что я все заплатила уже. Могу сказать, что было сформировано порядка где-то 10 500 таких требований по городу Череповцу и Череповецкому району. Из них порядка где-то 5900 это предприниматели, которые закончили свою деятельность как индивидуальный предприниматель в разные годы, соответственно, снявшись с учета в налоговой инспекции. Я пришла о том, что у меня имеется долг как будто бы по пенсионному фонду. Я до 2014 года была индивидуальным предпринимателем. То есть все налоги уплачены у меня. Вот подтверждение, сейчас от пристава принесла справку эту. Но мне выставили штраф за это, за все. И, тем не менее, неприятно то, что нам приходится самим бегать со всеми вот этими бумагами, подтверждениями. В налоговую прихожу, налоговая не знает, за что они мне выставили. Я вчера спрашиваю, вы мне дайте тогда вот пометку, вот эта бумага. Эта сумма, от какого года, за какое число, за что? Я ничего не знаю, это пенсионный фонд. Прихожу сюда, нет на счетах ваших денег. Идите к приставам. Пристав пришла, вот, пожалуйста, все деньги на счетах. Так это что такое? Это полное безобразие. Человек должен носиться сам, да, за то, что все уже давным-давно уплачено. Могу сказать, что если индивидуальный предприниматель уплатил страховые взносы, у него есть документы, подтверждающие данный факт, необходимо обращаться в пенсионный фонд по адресу в Череповце, это улица Труда, дом 49, информационные окна 11-12, для выяснения обстоятельств. Мы готовы разбираться и помогать. Не в налоговую инспекцию, несмотря на то, что требование поступило из налоговой. Налоговой, вы передали сведения вот как бы по пенсионному фонду, а у меня все заплачено, все высчитано, и вот долг висит. Вот я пришла разобраться по этому поводу. Но вы считаете, что не должно быть этого? Конечно, нет. А в налоговой что сказали? Вы сказали разбираться с пенсионным фондом, потому что это они дают сведения такие. За какой год у вас? 2013 год. Конечно, недовольных очень много, но это в первую очередь мы как правоприменительный орган исполняем требования действующего законодательства. Пении, они в любом случае насчитываются до даты фактической уплаты, либо даты взыскания. Поэтому если индивидуальный предприниматель даже, например, в 2016 году снялся с учета, но страховые взносы не оплатил своевременно, пении будут ему насчитаны до даты, когда он это сделает, либо самостоятельно, либо принудительно. Чем быстрее мы разберемся, тем лучше. Желательно, где-то в срок до 1 мая нам бы выяснить эти обстоятельства, в связи с чем возникло вот эти начисления этих пений. Прошу не беспокоиться, не волноваться, во всем можно разобраться.